чемпионкой России. Здравствуй, Лена. Здравствуйте. А скажи, пожалуйста, главный вопрос, который интересует, наверное, большую половину часть наших зрителей. Чем отличается полденс от стриптиза? Полденс – это прежде всего крутки и трюки на шесте. Это красивая акробатика, это линии, это экстрим, это вращение под потолком. А стриптиз – это больше эротика, это больше… Ну, на самом деле, в стриптизе, ну, сам стриптиз переводится «дразнить, раздеваясь». Ну, это в первую очередь раздевание, это эротический жанр. Мы к стриптизу имеем совершенно опосредованное отношение. Общего между стриптизом и полденс – это только наш снаряд, на котором мы работаем. Он называется «шест», а по-научному – «пилон». То есть, грубо говоря, там развлекуха, здесь спорт? Да. Вот так, все, мы разобрались. Теперь скажи, пожалуйста, чем ты будешь все-таки нас сегодня удивлять? Я сегодня покажу элемент, который называется «опасный мост». Мне отойти? Да, конечно. Хорошо. Лена, это было прекрасно, сногсшибательно, удивительно и великолепно. И главное, что это было настоящее ничего себе. Если тебе есть чем удивить меня и всю аудиторию телеканала «Россия-2», пиши на «все включено собака» в ВГТРК.